Добрый день, уважаемые садоводы! С вами сад Хризантем. Сегодня покажу, как сохранились эти черенки, которые были нарезаны на зип-пакеты. Смотрите, вот я подписывала в одном из видео, есть, какого числа я это делаю. 30 числа я нарезала. Сегодня у нас 10 февраля уже. Это 30 января я делала. Сегодня 10 февраля. Получается 10 дней, все, абсолютно все вот эти черенки, 10 дней. Смотрите, традисканция мелколистная. У нее даже вот корешочки пошли маленькие. Абсолютно целая. Почему я это показываю? Я показываю, что у меня спрашивают, как вы отправляете, укорененкой или неукорененкой. Мы отправляем и неукорененные хризантемы, и неукорененные домашние цветы. Как доходит, почему люди боятся иногда заказывать. 10 дней, еще раз повторяюсь, вот это все лежало. Сейчас мы проверим, посмотрим, в каком состоянии они. Традисканция. Листики все твердые. Тугор есть. Влага, естественно, есть. Видите, вот даже капельки, да, от потеши. И пошли даже маленькие корешочки. То бишь дороги, она даже может у вас пустить корешки. Немножко так вот это двину. Бегония. Два черенка. Абсолютно живые. Твердые. Не раскисшие. Мелколистная также традисканция. Я уже показывала вперед. Вот даже вот маленькие промежуточные корешочки есть. Это вот свойство. Вот, смотрите. Даже вот, видите, какие корни пошли. Вот этот вот сорт. Даже его сейчас вот открою, чтобы реально показать. Причем это не макушечный, да, наверное, да, а не макушечный черенок. Сейчас я их достану все даже. Смотрите. Вон какие корешки. И вот тут даже образовались по стволику. Ниже, выше. Один листочек тут немножко подпрел, но это не проблематично. Все-таки растение живое. Листочки все нормальные, целые. Корешочки вот есть. Вот корешочки есть. Растение приходит практически готово на высадку с маленькими корешочками. Поэтому откиньте все страхи по поводу пересылки неукорененных черенков. Смотрите, 30 число написано. Шоколадница на черенке, корешки. Видите? Не знаю, видно, не видно. Давайте достану тоже это. Все-таки через пакет может. Вот. Корешочки есть. И выше вот по стволу корешок, и внизу. Ничем не опудривала, ни корневином. Естественное укоренение в естественных условиях. Тот же корешки. Гвоздика 10 дней. Корешки, конечно, она не дала. Вам ее надо будет укоренять. Но состояние черенков очень хорошее. Вот как видите, все тверденькое, все крепенькое. Этот сорт у меня и в воде пока не дал корешков. И в пакете, конечно, я корешков не наблюдаю. Немножко он такой тугодум. Но когда уже разрастается, можно спокойно его черенковать. Цветные. Двухцветные традисканцы. Тоже есть маленькие корешочки. Смотрите. Видите корешки? Тоже достану. И там, где побольше корешки, просто показываю вам. Сегодня я это все высажу. В дальнейшем покажу, как они будут расти, эти черенки. После того, ну вот если так посмотреть, как будто посылка ко мне шла 10 дней. Я получила черенки, и завтра я вам покажу, как я их высаживаю. Тоже маленькие корешочки, но есть. Этот способ, смотрите, кроме того, что как отправка, доставка черенков неукорененных по
почте там или транспортной компании. Также, если вам лень и, или вы не хотите заморачиваться, о, смотрите, даже где пошел решетчик, вот прям на макушечке. Если вы не хотите заморачиваться с постоянными проверками влажности торфа в укорененных черенках, проще, может быть, вот так вот закинуть в пакет, положить в коробочку, и они у вас через какое-то время сами укоренятся, вы потом уже достанете и просто высадитесь. Надеюсь, вам это было интересно. Спасибо большое.